Если мы говорим сейчас конкретно о тебе, влом делать вообще? Вот в чем задача-то. Все прям влом, вы считаете, по природе? Скажи мне, что не влом. Что делаешь с удовольствием? Не-не, делаешь что? Читать это я лежу на диване и решила я почитать. Изучаю. Для чего? Типа хобби. Да, вот это я занята. Это никуда не ведет. Почему говорю, Лена Д'Артаньяна читает или любовные романы. Юля у меня коматозные фильмы любит смотреть всякие разные. Понимаешь, а? Где там с балкона я сижу, и ко мне Мерседес там, и сопли, слезы. Это ни к чему не ведет, но душу греет. Твою мать, может у меня такое случиться? Не случится, потому что это придуманная история. К вам отношения не имеют никакого, потому что вводные не даны. А если вот ты действуешь, что-то сделал, понял, что какая-то что-то ерунда получилась. Берем бумажечку и смотрим, почему сделала ерунду. Или почему... Ну, как сказать, вот бывает, ты начинаешь чем-то заниматься, вроде загорелся, вроде все, идея, ты себе там что-то начертил, нарисовал, делаешь, сделал, смотришь. Есть вещи, которые зависят только от тебя. Есть результаты, которые зависят от определенного количества людей. Да? Мини-результаты складываются в один большой. Угу. Есть для того, чтобы, да, а есть почему. Почему обычно я сегодня встала, левой ногой моя захотела, говорю, так, не нравится мне вот это все. Бросаю нахрен все ваш дизайн вообще. Вы меня разочаровали, вы мне не нравитесь вообще, вот все. Выхожу, говорю, так, ну кто тут еще достоин? На кого мне стоит обратить свое внимание? Да? А мир-то ровно да наоборот. Никто ни на кого внимания не обращает. Все живут, к сожалению, в основе своей, в своем кино. И если вы этого понимать не будете, то вам придется играть по чужим правилам. Всегда. Это закон. Потому что кино будут разбивать больно, страшно, жестоко и постоянно. Вот это называется невежество. Чего хочу и что могу. Вот это называются зоны неизвестного. Вот сижу я и выбираю, не была. Я всегда говорю, вы знаете, что такое Акуяво? Я говорю, это так классно, это так замечательно, это так пахнешь, это такое мягкое, да? Каждый думает свое. А это африканский фрукт, который жрать нельзя, подохнуть от него можно. Да? И вот столько образов у вас было, и вы с этим образом пойдете куда? А правда, она одна. Жрать нельзя большими буквами, подохнешь. Не пей, козленочком станешь, да? Вот это из той серии. Выдумывать можно все, что угодно, но результат будет, это суровая действительность, с чем вам придется сталкиваться.